Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. На бой кровавый, святой и правый. Ауч, блин, посадочка, конечно, не очень, а? Классненькая. Ну, ничего страшного, мы почти доехали до конечной станции. Всем здорово, вы на канале Ведьмак, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Метро и пошлю тут 9-я часть игры под названием «Война на линии фронта». Всем приятного просмотра. Наша главная цель данной серии – пересечь линию фронта. Давайте по-быстрянчику какой-то тоннель обследуем, может что-нибудь полезное для себя найдем. Кстати говоря, очень прикольненькая игрушка, мне очень нравится, всем советую в нее поиграть. Она очень реально классная, бомбическая, суперская игра. Кстати говоря, мне так как у меня очень плохое освещение, я открыл себе штору, пока солнце... Пока у меня покупка хорошая, солнце светит. Сказать, я решил записать это видео, чтобы меня было более лучше видно, нежели просто у меня пока нет денег на хорошее освещение. И почему, блин, зараза, не успел подойти, пока они были твоя Вальтика. Черт с ним, давайте здесь укроемся, подождем, пока он пройдет. Опачи, ящик. А там, походу, что-то еще есть. Я же говорю, не зря мы все пошли, а? Думаю, нас не спали. Давайте сразу вырубим его. Поспи. Так, все забрали у него. Теперь аккуратненько вырубим фонарь. Быстренько обшарим ящики. Если у нас, конечно, это получится. Но нет. У нас ни хрена это не получается. Поэтому нам придется спрятаться здесь. Блин, дай да бог, чтобы его дружбан нас не спалил. Иначе будет, конечно, жопа. У него броня хорошая, блин. Вырубить его не получится, а убивать я никого не хочу. Ведь в данной серии я хочу пройти в режиме стелс. Думаю, все знают, что такое режим стелс. А я от собак тупых... Это, я не буду... Вообще, я хочу никого не убивать в данной серии. Вот это режим стелс. Ой, блин, чувак... Показал себе. Ты не должен меня спалить, иначе будет очень плохо, а? Понял, кстати говоря, я Point V взял, а? Я могу включить его, попробовать. А, я же не успел взять, по-моему, Point V. Твою медь. Опачи, ящик еще один. Ладно, пока он спалил, я походу... Не успел. Во, теперь возьму. Вот теперь взял. Я просто думал, что я взял Пойнва, я увидел его, а? Не взял. Ладно, давайте его попробуем. Вау, классная вещица. Ладно, пока он опять не развернулся, все-таки не взял ничего. Мы пойдем дальше. Только вырубили его, все хорошо. Пойнв хороший прибор, с ним много стало лучше видно. А тебе говорю, я вот заметил я, в туннелях метро, вот именно в метро, вообще просто в подземелье где-то, очень плохое освещение. Если вырубить ПНВ или фонарь, или даже вот костер убрать, то вообще становится очень плохо видно. Я не знаю, с чем это связано, почему так сделано, но так есть. Ладненько. Давайте продолжим нашу данную, так сказать, миссию и пересечем линию фронта. Это будет сделать нелегко, так как против нас будут противостоять красные фашисты. Да и самое главное, ведь данную серию я хочу пройти в режиме стелс. Нифига себе у красных оборона, так сказать, блокпост, да уж, блин. Я мог, конечно, всех бы их убить, но я не хочу. Так, что у нас тут внизу? Опачи, ящик. Ого, два чувачка. Давайте вниз спустимся и подслушаем их разговор. Может, что-нибудь для себя полезное узнаем, а потом уже обшарим этот ящик. Так, поближе и ПНВ. Мы пушечное мясо. Держи это при себе. Или расскажи расстрельной команде. Ну так кроме тебя никто не слышит? Ты ведь не станешь стучать, а? Ты чё, мне не веришь? Не знаю, кому верить. Гляди, сколько их мы потеряли. Они продвинулись и шагу вперед. Атака, контратака, атака, контратака. А стоим на месте. Потому что нас ослабляет пятая колонна. Трусы и предатели. Но зачем умирать так глупо? Потому что нас бросают прямо на их укрепление? Почему на мосты?
У нас там нет шансов. И ты, и я знаем, что под мостом есть тайный ход. Почему нам не прикажут идти через него? Вау. Мы бы зашли к фашистам в тыл и... Слушай, Михалыч, давай разведаем, что там за ход, а? Ну подумай только, какая диверсия была бы. Сколько фашистов мы могли бы прикончить ночью во сне? Медали бы получили. Разведка без приказа. Это называется дезертирством, парень. Пуля в голову. Вот тебе награда за такое. Будет приказ, пойдем. Нет, сиди кури. Герой недоделанный. Почему мы взяли для себя очень полезную информацию? Надо будет найти этот тайный ход, ведь он нам очень облегчит нашу данную, текущую, так сказать, задачу. Надо будет реально его найти. Думаю, у нас все получится. Примерно по одежде можно будет тебя вырубить, увы. Камилу вырубить никак не получится, а тебя самое то. Думаю, сверху нас не спалит. Бай-бай. Так, пока Камилу ушел, сверху нас не палят. Все хорошо. Пойдем быстро ящик обшарим. Аккуратненько. Ого, сколько у нас тут патрончиков и все такое. Все, теперь идем за Громилой. Надо будет, кстати говоря, фонарь позарядить. С учетом он сдох. Вот. И включить Пайнвай на самом деле. А Громила куда пошел? Блин. Мне все-таки пока что как-то, если туда пойду, просто он меня спалит. Поэтому надо будет немного переждать. Самое главное. Знаете, как я сделаю лучше? Вот так вот. Зрячик, хочешь, опачи. Я по-умному просто поступлю, а. Вырубить его не получается, он пошел вперед. Думаю, блин. Твою налево, он сейчас палит меня. Или нет, Владика, сори, мужик. Пожалуйста, не пали меня. Так, Владика, вырубим фонарь и вырубим ПНВшку нашу. Опачи. Что у нас тут? Постойте, послушайте только. Послушайте, прошу. Я просто пытался обойти их со стороны. Видите, там пролом в лес. Если мы пойдем по тем трубам, может быть, сможем пробраться к ним. Слава богам. Один очок или... О, блин, я забыл, как называется. Плюс на шикарами, в общем говоря. Ваня, чувак, жди меня. Спасибо, решаю тебя. Навряд ли дождусь, но черт с тобой. А вот, скорее всего, и наш тайный ход. Мы сюда еще обязательно вернемся. Но перед тем, как сюда прийти, надо будет сходить вон на ту лесенку, а? Может быть, что-нибудь там полезнее для себя и найдем. Аня-ка, пойдем дальше. Включим, конечно, ПНВ-шку. Без нее будет очень туго нам. Да, на данный момент. Ага. Я никого не убил, вырубил, поэтому все хорошо. Громила не спалил меня сверху, тоже. Пока все идет по плану. Что опять полезное? Послушай. Я тут был. Мне чуть башку не оторвало. Кошмары до конца жизни будут сниться. То есть, не долго. Вон, давай здесь постоим, послушаем. Я в госпитале по-любому провалялся. А что было? Фашистские ублюдки... Охренеть, у них оборона. Посмотрите, сколько тут их... Охренеть. Не, это реально капец. Да нет, конечно. Много очень. У бедняк по дороге связан за спиной. Они просто бежали на наш блокпост. Ой, сори, ребята, дай да бог, чтобы вы не проснулись. На блокпосту подумали, что ты наш побежал с пена. И что случилось? Да они пытались, что... Ну-ка, если по НВ-шку. Но фашистские ублюдки отрезали им языки. Нет, по НВ не очень. Когда наши выбежали из укрытия, ну, чтобы увидели, что те все обвешаны динамитом. Кто-то успел крикнуть, ложись! Я упал. Из нашего отряда семерых клочья разорвало. Ну, и четверо смертников фашистских. Заключенные. Семь? Я слышал, были шесть. Вано прошлой ночью откинул копыта. У него все кишки были наружены. Но он боролся до последнего. Не хотел умирать. Как человек такое сделать может? Охренеть. Грустная история, честное слово, грустная. Они говорили о камикадзе. Да уж, фашисты реально полнейшие ублюдки. Но я тоже их убивать не буду. А в дальнейшем уже миссия, конечно, их поубиваю. Чувак, пожалуйста, не пали нас. Примерно около этих бочек мы вырубим его. Потому что я не хочу никого убивать, но я просто не вижу смысла в данной серии кого-то убивать.
Если можешь по стелсу все сделать. Ну, тут будет достаточно. Бай-бай. Выбьем фонарь. Включим ПНВ-шку. Пойдем, обследуем этот сектор. Что у нас тут? О, опач, проходик. Надо будет по-любому сюда зайти. Банно, почему это у нас ключик? После ПНВ-шкой плохо видно, а? Тут у нас что? Да, оголенный провод. Надо будет найти рубильник, чтобы выключить его. Опачи, а вот рубильник. А теперь я переключу на фонарь. Так будет лучше видно. Оп, вырубил. Ну, сработало. Крутяк. Опачи, ящик. Ну-ка, что у нас тут? Патроны? Нет. Фильтры аптечки. И противогаз. Ну, все нужное. Ладно, когда ты заранее оденешь противогаз, мало ли. Что-то я заметил какую-то фигню, блин, болото ядовитое, просто какая-то радиоактивная. Поэтому лучше одеть противогаз заранее. Пока все хорошо. Тут, в принципе, ничего такого нету. Кстати говоря, очень красивые цветы, не знаю. Кино красивые цветочки, честно говоря. Давайте зайдем в эту дверьку. А вон на сейф, я уже вижу его. Вот он, прикольненько, надо будет подзарядить фонарь. Так, опять он сдох. Все, пойдете обследуем, обшмонаем, так сказать, этот сейф. Самый, честно говоря, легкий сейф. Вообще просто вот, ну, из игры столько я играю металлушку. Так, вырубим. Ускорим. Переключим. Опачи. Патрончики, крутяк. Тут у нас что, опять? Ёб твою мать. ПНВ, суки, напугали, а. Это бог, что мы не встретили. Еще патроны. Крутяк. Маленько, в принципе, фонарь прозарядили, все хорошо. Давайте с виду вас свалим. Пойдем, так сказать, обследуем наш тайный проход. Посмотрим, куда он нас выведет. Ну, очень прикольненькая игра, мне очень нравится. В принципе, уже противогаз можно снять тут, а вот... Не, прикольно. А, фонарик тоже вырубить, значит, нас спалят, и идти уже... Значит, сидя. А с ПНВ-шкой можно, в принципе, идти и так. Ну, ПНВ, знаете, когда очень ярко свет светит, то, например, с фонаря, надо прожектор, очень плохо видно. Ну, просто ослепляет глаза, поэтому лучше его сейчас вырубить. Спокойненько. Пригнувшись, вырубить этот фонарь. Взять у них патрончики. Тупочи. И пойти аккуратненько вниз. Ведь всех вырубить мне не получится. А убивать я их не хочу. Опять включим же нашу ПНВ-шку. С ней прикольно идти. Альзарада, чувак, сбежала. Ну да ладненько. Главное, что мы спасли ему жизнь, остальное не важно. Правда, честно говоря, я не помню, куда он сбежал. Вот в тайный проход, вот сюда вот. Или куда-нибудь другое место. Ладно, главное, что он живой. Остальное не важно. Ладненько, стой. Артемыч, так тише будь. Так, ну, ПНВ-шка, конечно, хорошо. Опачи. Будь аккуратненьким. Я хочу включить лучше, конечно, наверное, даже фонарик. Это мне с ним более лучше идти. Вот ПНВ, конечно, нам еще дальше пригодится. Так, фонарчик. Вот фонарик. Надо бы его позарядить. О! Он так намного лучше. Мне просто с фонариком, как-то, с фонариком, извините, как-то привычнее ходить, чем с ПНВ-шкой. Опачи, стрелочка. По ней пойдем. Аккуратненько. Кстати говоря, такая хорошая конструкция, и, честно говоря, пока все идет хорошо, нас никто не палит. Опачи, тут уже надо разбежаться будет. Опачи! Так, тут у нас, в принципе, ничего такого нету. Ага. Вон еще стрелочка, кстати говоря, молодцы разработчики, как тут придумали, показывали стрелочку, типа, туда иди, очень прикольно сделали. Да и, типа, вариант пойти игру по стелсу, а? Типа, ну... Слушай, несколько вариантов есть в игре. Ты можешь просто пойти всех нахрен поубивать. Ты можешь пойти по стелсу, блин, как я. Ты можешь просто некоторых повырубать. Видишь, я пойду именно по стелсу. Лично всех убить это очень легко. А вот пойти игрушку по стелсу, о, это не так уж легко. Думаю, многие со мной согласятся. Со сравнением просто всех убить или пойти не убивая. Так, ну тут, в принципе, мы сократим, спустимся здесь. Вот так вот. Зашибись. Оденем на всякий пожар на противогаз. Чисто она пригодится. Пойдем аккуратненько вниз. Пока все хорошо. Никого мы не нарвались, кроме, конечно, мертвого человека и скелета и фашистского скелета. Вот аккуратненько обшарим его. Опачи.
фильтр. Да уж, давно он тут находится, реально очень давно. Умер от чего, неизвестно. Маленько, думаю, тут уже можно когда спокойненько так идти, когда не спеши. Не спеша, извините, конечно, меня. Думаю, мы тут ни на кого не нарвемся, но все же надо быть начеку. Не нравится мне калаш мой, очень нравится даже. Ну, я возьму сейчас лучше вот так вот, пистолет. С ним прикольно идти. Опачи. Что у нас тут такого? Старый вагончик, давайте его обследуем. Опачи, аномалия. Надо быть начеку. Мало ли на кого мы тут нарвемся. Что у нас тут? Братская могила. О, реально братская. Так. Опа, че тут у нас кто? По-моему, если не ошибаюсь, сидят. Да, не ошибаюсь, три немца. У костра. Они хотели покушать, но что-то, походу, было не судьба. А чего не умели, непонятно. Хотя, честно говоря, я догадываюсь, чего. Заметьте, у них нет, как у меня, противогазов, а тут воздух реально дерьмо. Вот, если же проверю, а. Будет задыхаться или нет? Ну да. Так что они умерли, скорее всего, от того, что вздохнулись. Я не могу понять, почему они не надели противогазы, а если у них тут дофига масок. Без понятия. И фильтры, в принципе, тоже, наверное, есть. Опа, а вон и фильтры, и аптечки. Маленько. Тут у нас что? Ящик с патрончиками и ножами. Класс. Не зря я сюда пришел, реально не зря. Да, мы выяснили, от чего они умерли. Честно говоря, не знаю, почему они не одели противогазы, без понятия. Ну, ладненько. Так, кстати говоря, так сидят прикольно, а? Ух. Дай бог, что все пока хорошо. Заметьте, на обратном пути аномалий больше нет. Это хороший знак. Так, надо будет опять же подзарядить фонарь, постоять немного. Кстати говоря, фонарь очень быстро разряжается. Да, уж и у меня вот уже солнце поохуяет. Но меня все равно более-менее лучше видно. Просто мне пока освещение так себе. Денег пока нет, чтобы купить его. Поэтому приходится такие изощряться, сказать, а? И вот решил видосик днем записать, а потом уже его, как будет время, все сделаю, замучу, настрою и уже туда выложу. Так, ну, в принципе, отсюда мы пришли. Нам надо будет идти дальше, вперед. Да. Сколько у нас тут осталось минут? А, по-моему, у нас 3 минуты осталось, или сколько там? Опа, все, у нас еще нормальное времени, поэтому фильтры менять не нужно. Тут у нас что? Ну, мы уже переходим на сторону фашистов, так сказать, на их блокпост. Опа, че? Растяжечка, не зря я сдалека не увидел. Так сказать, зоркий глаз. Аккуратненько. Да уж, тут у них более-менее защита есть, я не имею в виду. Человек просто, если будет идти без фонаря, он точно подорвется. Опа, че? А вон пулеметчик фашистский. Вот, ну, тут у нас так, ничего такого, в принципе, нету, поэтому можно спокойненько дальше идти. Не, вообще, реально, очень годная, классная игра. Вообще суперская. Ну да. Оп, еще раз тяжечка, блин, чуть не нарвался. Также ее аккуратненько разминируем. Аккуратненько пойдем. Ну, в принципе, пока мы ни на кого не нарвались. Это очень хорошо. Ну, кроме, конечно, растяжек. А. Так, в принципе, ни монстров, ни людей мы пока не встретили. Я в молодце разработчики, что придумали несколько вариантов. Либо ты можешь игру пойти по стелсу, да, вот обойти вот так, как я сейчас делаю. Либо ты можешь типа всех просто убить. Далее, несколько вариантов тебе. Это реально круто, да? В эти горы я недавно узнал, что в игре есть две концовки. Когда я первый раз игру тут проходил, просто метро, не Ридекс, я не знал, что там есть хорошая и плохая концовка, я прошел на плохую. В этот раз я пройду игру на хорошую концовку. Реально это хочу сделать. Опачи, а вон и стрелочка, по ней пойдем. Вроде мы пока мы двигаемся, в принципе, в правильном направлении. Так, тут у нас тупик, поэтому мы поднимемся по этой лестнице. Тебе красивые цветы реально минаются. Опачи, стрелочка и дверька. Тут у нас, в принципе, все пока тоже так же хорошо. По стрелочкам двигаемся. Тут у нас
тут пик, ничего такого больше нет. Кроме, конечно, трех скелетов людей. Окей, попали туда, неизвестно. Но они очень находятся там давно. Ванька, вырубим всякий пожарный фонарь и снимем противогаз. Пойдем. Опа, что у нас тут веселого? Бай-бай. Нам удается спасти еще трех. Спасибо, ребят, товарищ. Это хорошо. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. Неважно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Спасибо, что дал шанс выжить. Всегда пожалуйста. Удачи вам. Опачи. Ха-ха. Ну что у нас тут патрончики? И забыл котячек, извините. Ну, маленькая дал вам шанс, они спасутся. Еще плюс одно очко к нашей карме. Это реально хорошо. Алика, бойцы, удачи вам. Идите, как я шел, понизу. Думаю, они так и сделают. Тут их арсенал. Как их поймали фашисты, без понятия. Они хотели, наверное, как я, скорее всего, так же обойти. Но их спалили. Скорее всего, явно не этот один чувак. Их было больше. Потому что один, хотя, в принципе, даже один. Просто вот тут, допустим, вот тут вот стоял. Они вылазили, там бах, сидел калаш. Руки за голову, там, допустим, да? Все так вот, все в этом духе, а? Скорее всего, я думаю, все-таки фашистов было больше, чем один. Хотя, в принципе, он мог всех убить. Так, тут у нас генератор. Опачи. Тут у нас щитовая. Давайте выключим свет. Пойдем. Втихую. Высокое напряжение, опасно для жизни. Да, мы так, в принципе, это знали. Так, тут включим лучше PNV. Пойдем. Дабы с фонариком нас точно могут спалить. Опачи, ну это... Опачи, у нас тут... Ничего нету. Подзарядить. Да, очень быстро разряжается фонарь, кстати говоря. Часто приходится его подзаряжать. Ладненько, идем дальше. Опачи, вот еще одна стрелочка. Просто с ПНВшкой ее плохо видно. Так, мы уже перешли на сторону фашистов, поэтому надо быть начеку. ПНВ я выключу, мне с ней не особо сейчас так удобно идти. Также вырубим фонарь. Ага, вот еще одна стрелочка. Опачи. Ни хрена себе, сколько тут. Охренеть их. Какая у них оборона. Охренеть. Ладненько. Пока нас дебил не спалил, давайте пойдем по низу. Кстати, тут есть проход. Правда, его очень плохо видно. Во, так намного лучше. Так сказать, обойдем его с тыла. И вырубить не получится, даже если получится вырубить. Меня по-любому спалит тот придурок, который я был впереди. Поэтому, зачем это делать, когда можно тут просто обойти? Да, мы идем по какому-то болоту непонятному, а? Так, знаете, как сказать, неприятно идти, мерзко, но, в принципе, мне было бы точно мерзко. А что-то Артема, я не знаю. Опачи, вырубим. Так, ПНВшку, в принципе, тоже вырубим. И тут темно, конечно. Тут у нас что? Дрезина, мать вашу. Фу. Ебать, чуть не спалили, блин, вовремя я побежал. Опачи, близкий фашистский отросток. Ладно, давайте тут постоим, в принципе. Хотя нет, лучше вот здесь, а. Причем сюда идет, к нам. Да, тут постоим. Потом бабахни по ушке его, и все будет окей. Думаю, эти придурки на дрезине не так быстро развернутся и поедут обратно. Что такое? Да, блядь, твою мать. Сука, закройся. Ванька, пока нас не спалили, и они не едут обратно, давайте быстренько пойдем. Вообще. Вот так, тут лучше вырубить чертям собачьим этот свет. Не уже обратно едут. Да. Блять, уже обратно едут, сука. Лучше пригнулся. Тут никого нет. Очень странно. Думаю, нас не спалят. А где тут, по идее, должен быть чувак. По крайней мере, я видел одного пацана видео. Тут был чел. Куда он делся-то, а? Опачи. Надо будет полебой сюда сходить. Что-нибудь полезное мы полебой там найдем. Я больше что, на 100% уверен, что мы найдем. И, пожалуйста, не пали нас, а. Пожалуйста, не нужно. Вы, пожалуйста, свалите, а. Не, они, походу, не свалят, а. Бывает, или багуют, а. Они так и будут стоять. И то надо просто вырубить фонарь. Еще вырубить.
Не, они не свалят. А нет, они свалят. Сука, почему они не валят, я не могу понять. Здесь постоим. Фашистский флажок, а. Вообще, а тут их двое? Офигеть, а чё, куда человеку-то и там находится, вот он должен быть здесь, а какого хера он там? Ладненько. Они не свалят, поэтому чёрт с ним, мы пойдем по другим путем, обойдем этих придурков, думаю, нас не спалят. Также сейчас лучше у картника подойти, вырубить фонарь, но пока мы не будем их вырубать, так как я хочу сходить сюда вниз, уж мать этот вагончик. Так, тут их еще двое. Блин, надо будет вырубить фонарь. Опачи, чтоб нас не спалили точно. Блин, твою налево, нас может спалить. Тут у нас что? Также вырубим лампу, давайте поднимемся сюда. Включим ПНВшку и поднимемся. Что у нас тут? Опачи, ящик. Не зря я себя поднялся, тебе говоря. Гранатки у нас огневые. Тут у нас, в принципе, ничего такого больше нет. Хотя вон. Патрончики. Не, все-таки не зря я поднялся сюда. Краска немецкая. Ладненько. Эти придурки не собираются сваливать на дрезине, да? Так, я уже вырублю. Во. В принципе, да-да, я, конечно, могу и сверху прыгнуть, хотя не получится, а. Опа, че, это кто? Откуда он? Еще один? Охренеть. Ладненько. Вырубим лучше по НВ, хотя, в принципе, с ним было бы намного лучше идти. Блин, могу попасть. Я показалось, чувак. Все хорошо, ничего. Фух, надо немного размяться. Там еще чел был. Блин, какого? Как обойти его? Да, что тут есть растяжка. Блин, подняться никак невозможно. Свою налево. Блин, я не буду кричить, почему? С ним просто на ярком свете очень плохо видно. Блин, как же мне обойти, чтобы меня не спалили-то, а? Ладно, тут постоим пока что. Фу. Да уж, блин. Вот еще было бреться, как можно было обойти фашистов. Извините, что так я тороплюсь. Можем его их сверху обойти. Блин. Музыка очень громко играет. Но, тем не менее, это хорошо. Чувак тут прямо сюда светит, а? Фонарем. Он развернулся, пошел. О, тут поднимемся. Мутант какой. Блин, их двое, а. Показалось тебе. Блин, надо немного подождать, пока он развернется, чтобы можно было вырубить его. Иначе он у нас спалит. Я только одно не могу понять, я смотрел видео пацана вот у меня с этим моментом. Тут чувак был, да, но он там, а внизу, вот здесь, вот где поезд, за поездом, не было чувака. Фух, пока все хорошо. Давайте его вырубим. Чтобы нас точно не спалили. Бай-баюшки. Так, тут, в принципе, можно уже включить ПНВшку и с ней пойти. Так, тут у нас что? Тут никогда не был. Ой, сука. Походу, нас спалили, а. Твою налево. Вот, блин, а. Неужели спалили, а? Блин, да.
аккуратно идти. Что-то у нас тут. Опачи. Сейф. Где плохо видно, это сейф. Надо будет найти ключ. Блин, пожалуйста, ребята. Не палите. Я аккуратненько, тихо, тихонечко пойду. Хорошо. Тихонечко, ребят. Блин. Опачки, вот и ключ. Походу, нас, скорее всего, сейчас спалят. Надо как-то будет аккуратненько обойти, ведь я не хочу никого убивать. Поэтому лучше подзарядить срочно в порядке фонарь. Да уж, блин. Открыть этот сейф. Включить ПНВ. Опачи ящик. Не знаю, что там, но по-любому что-то интересное. И аккуратненько обойти. Также опять вырубим ПНВ, потому что с ней будет плохо видно. Блин, пожалуйста, чувак. Прям сюда смотрит, а. Ебать, они умные, прям так. Я уже без света. Все выключено, да? Ничего не горит. Ни фонарь, ни ПНВ, ничего, ни фонари. И они все равно меня палят. Как? Ну вот как? Закройся. Сука, спалил меня. Но все равно так же я хочу. Так, ты где придурок, а? Пей, придурок. Что у нас тут? Да, все пошло совершенно не по плану. Ну ладненько, пока. Фу-фу, сплюнем. Бля, твою медь. Сука, на какого хера? Ну ты же по-другому не скажешь, а? Они решили пойти сюда. Блин, плохо. Твою медь, а. Да сколько ж вас, да бля, что ты делаешь, Артём? Где ж ты сидя, а? Закройся. Фух, блин, а. Так, капец, я нарвался, конечно, блин. Ну, я всех повырубал. Это хорошо. Честно говоря, это было сделать не так легко. Ладненько. С резиной мы ничего не сделаем. Поэтому пойдем. Тот чел, слава богам, ничего не спалил. Все хорошо. Да, конечно, все я затянулась. Я хочу как-то побыстрее ее пройти. Но. Ну, бывает такие разные обстоятельства. Ладненько, давайте вырубим чувачка этого. Чертям собачьим. Бай-бай. Ага, вот он проход, но по-любой сюда. Зачем опять тем, кто пойти? Мы тут что-нибудь обшарим, посмотрим. Может, что-нибудь найдем? Не, увы, паника. Выключи ПНВ. Мне просто с ним бывает не очень хорошо видно. Сказать, ну, очень яркий, просто сказать так. Паника. Да уж. Опачи. Раз. Два. Два фашистских ублюдка, пока я заметил. Паника. Да крысы, крысы.
Да уж, там были, конечно, я не ожидал того, что они пойдут все там попят. Слава богам, что они начали стрелять, иначе бы эти придурки на дрезине мне бы точно спалили бы. Начальство. Сейчас тебе будет начальство, а. Подожди, только твой вот, вот этот чувак, или ты развернешься, и будет тебе начальство. Такое будет начальство. Опа, а вон дверь. Ну, по-любому надо будет идти сюда. Коммуняка? Сейчас узнаешь. Блин, реально угар. Бай-бай. Ой. Сука, походу меня спалили. Крыса? Может, конечно, и крыса. Да лучше вырубить его в срочном порядке, а? Пока он идет спиной ко мне. Бай-бай! Эти гайки заметили? Я заметил, у него написано это «Россия для русских». Россия для русских. Вот, конечно, угарнуть можно от фашистов, блин. Ваня, что-то у нас давайте быстренько общаемся тут и пойдем уже искать, завершим нашу серию. О, фига себе, сколько пленных. Охренеть. А фашисты говорят, что они хорошие. Искать нельзя. Может, какой-то жоли было бы, хотя навряд ли. Типа, они хорошие, все такое, никого не убивают, сидят, пленных. Ну да, я вижу. Так, в принципе, тут у нас ничего такого для нас полезного, ёбствую, нету, кроме патрон. Ну да, жалко, конечно, честно говоря, что нету ничего, но да ладненько. Кстати говоря, я... Не я, а мой ботелик играл в игрушку, метрошку, вот эту серию, он просто все уже прошел, он, зараза, заметки все понаходил. Кстати говоря, вот заметочка, если да хотите, прочитайте, просто так уже серия затянулась, я не хочу ее еще затягивать. Вот. Все. Погнали, наконец-таки уже пойдем в нашу классную серию, мне она очень понравилась. В режиме стелс нам удалось пройти, никого не убивая, хоть, конечно, я думал, сейчас меня раскроют, это было в заднице, реально полнейшее. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, увидимся в новой миссии, всем удачи, всем пока-пока!